Штодзённая дезинфекция автобусов, вымерение температуры бесконтактными термометрами усім супрацовникам, антисептики кондукторам. Гомель облаутотранс прымае усе магчымыя меры профилактики у сённяшняй несприяльной эпидемиологичной ситуации. Наши корреспонденты наведали автобусный парк номер 6, а так само проехали по одним из городских маршрутов. У каждой водительской кабине антисептики. По мере необходимости кондукторы опрацовывают руки и, коли есть потреба, предоставляют такую магчымасть пассажирам. На сродках для дезинфекции Гомель облаутотранс не экономить. Керавництво разумеет, что безопасность зараз у приоритете. Перед окончанием рейса обрабатываем руки, проветриваем окна каждые 15-20 минут. Проветрим. Если у нас пассажиры кто-то возмущается, мы закрываем окошко. На следующей остановочке там открываем. Дезинфекцию проводят и в салонах автобусов, опрацовывают поручни и подлогу. Для супрацовников на предприемстве установлены бесконтактные дозаторы с антисептиками. Зараз Гомель облаутотранс обслуговывая свыше 170 городских, амаль полтысячи пригородных и каля 75 межгородних маршрутов. Еще 10 международные, але такие поездки покуль спыненные. У мойщиков находятся они в специальные костюмы, маски, перчатки, то есть им выдаются средства. Обработка идет у нас в автобусе здесь на мойке поручни, сиденья, также у нас подлокотники, оконные проемы и обрабатываем также пол. Колькость рейсов Гомель облаутотранс скорошать не собирается. Хоть люди у опошний час ездить на автобусах стали крыху радей. У среднем пассажиропоток зменшился на 15%. Марина Джала, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель.